Блять. Всем доброго времени суток. Здесь тени. Продолжаем много проходить метро. Не видят меня, не слышат. Живут они, живут. Очень странно. Что за тени, типа мертвые души? Хорошо. Куда нам дальше? Давайте, может, без оружия проходим. Блять. Вот, тебе пригодится. Где, кто, что? Что это? Спасибо. Я буду рядом. Давайте сперва в схрон тогда зайдем. А как туда в схрон попасть? Талкерский. Отсюда? Так, замечательно. Где-то ключик у нас. Так, на мосту еще пропустили одну. На переправе пропустили два дневника. Мертвый город, так. Нам опять идти поверху. Здравствуй, снова Москва. Город-склеп. Город, пропавший герой. Город, от которого отлетела душа. Для меня не больше. Не родной мой город. Город остался в прошлом. Но он... Родной для маленького черного, как странно. Хорошо, может, она как-то вниз спуститься, нет? Эта дверь не открывается. А как тогда в схрон попасть? Возможно, через это здание? О, простяточка. Опять что-то страшное. Продолжаем исследовать район. В большом дворе Север еще одно убежище. Пока ничего необычного. Одни мертвые дома. Уходите! Немедленно! Здесь гиблое место, нет времени объяснять! Повторяю, немедленно уходите, иначе смерть! Повтор будет? Это первый перевалочный пункт. Продолжаем исследовать район. В большом дворе Север еще одно убежище. Пока ничего необычного. Одни мертвые дома. Понятно. Уходите! Немедленно! Здесь гиблое место, нет времени объяснять! Повторяю, немедленно уходите, иначе смерть! Теперь я все понял. У нас так покоцало сильно. Кто-то же нам наносит тамашку, в принципе-то. А, вот куда ключ нужен был, окей. Мины, а мины? Мины у нас тоже 5. Ладно, идем просто дальше. Зайдем в тайник, будет замечательно. Нет, но и хуй с ним. На 16 минут фильтров. Ты так видел? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Обезвредить... О, обезвредить 10 ловушек. Неплохо. Вот мы попали в этот тайник. Бля, ебать, как же здесь аж жутко. Странно. Глазами видно плохо. Тени видно лучше. Блять.
Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Да, блядь, когда бы они не были голодными, честное слово. Он завыл. Воздушная тревога, внимание. Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Угу. Ебать, здесь кто-то топает до сих пор. Может, нам в другую дверь надо было? Нет. А куда дальше-то? Так что, где? Не, все ведет сюда. А, вот. Так, кто-то стреляется. Конечно, не вовремя это все произошло, но ладно. Дома вокруг хорошо сохранились, но никаких складов поблизости нет. Попробую осмотреть все внимательней, но по первым прикидкам ничего особенного. Хотя для промежуточной базы место хорошее. Серый, Жора, уходите отсюда. На кого они охотятся? Уходите, немедленно. Я отбегался. Вряд ли кто услышит. Но все равно. Живите. Верьте в жизнь. Может тогда. Тогда они поймут, что он. И успокоятся. Угу. Кого они ищут? Подскажи, пожалуйста, что делает синий цвет? Так, куда мне? Здесь нужно вверх. По лестнице? Теперь знаю. Да. Там крылатая. Осторожней. Вовремя ты, конечно, сказал. Что-то хоть этот не обломился, кусок плиты. А ведь, возможно, и такое было бы. Так понимаю, мне сюда надо быстрее, пока меня этот не заметил. Задний. Девочка или мальчик? Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда.
И ко мне тоже. Потому что вы всех убили. Да, это грустно. Так, или тут запланировано было, что мы упадем? Кто-то ломится. Мороженое. Покупайте мороженое, полезный вкусный продукт. Содержит жиры, белки, витамины и углеводы. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно. Плакал о том, что хочу мороженого. На каком-то языке, интересно, происходит разговор. Не, все-таки 20-33 немножко сильно по криповии будет. Эта часть не настолько криповая, прям как та. Артём, не как раньше. Я чувствую и буду с тобой. Оп, скажу, заметочка. Что... В мертвом городе не нашли одну заметку. Какая же она, Красная площадь? Я жду встречи. Раньше под нее... Про нее говорили, сердце нашей родины. Я тут еще не бывал, площадь. Я видел только на старинных почтовых открытках. Наверное, это самый популярный вид на московских открытках. Храм Василия Блаженного, Кремль. Всех иностранных туристов везли сразу сюда. Во время войны Кремль не стали бомбить. На него сбросили нечто такое, что пощадило архитектуру и сожрало всю органику в радиусе нескольких километров. Нечто экспериментальное. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Так, это кто центр? Это? Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Угу. И нас за собой хотят забрать. Понятно. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Они не красные. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Все хорошо, куда уходить? Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Ебать, молния. Да-да, бегу, я понял. Здесь тихо. Лучше подождать. Снова можно будет идти. А может, всплывем? Нет, мы не всплывем, серьезно. Быстрее. Ветер. Опасно. А. Здесь тихо. Лучше подождать. Скоро можно будет идти. Ебать, конечно, аномалия.
Опять можно. Пойдем. Идем. Здесь лежит, но мы успеем. Мы успеем, Артем. Куда? Время идти. Он боится. Хочет домой. Не красный. Мы не одни. Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Ты тоже чувствуешь, Артем? Не бойся, я рядом. Да в смысле? Ебать! И что сейчас будет? Все, гейм овер или нет? Что-то долговато черный экран прям. Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артем. Иди рядом. Давай, пойдем. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Ебать, какая же охуенная сцена. И хотят, чтобы с ними кто-то остался. Так, он внутри здания, окей. Давайте возьмем снова этот. Нет, там надо было по этой стороне. И куда нам? Сюда? Обратно в туннели? Ага, вот он ты. Артём, здесь злые. Много. Очень красные. Я тебя услышал. Так, а подсветочка противников будет? А, еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артём! Да, сколько веревочки не виться. Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие. Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута. Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять. Я помогу. Не могу больше. Устал. Уничтожить! Выполнять приказ! Аптечку. Хорошо, я понял, я увидел. Я так понимаю, здесь поставился... Блять, нельзя запрыгнуть, я понял. Сюда нельзя запрыгнуть. А, еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да, сколько веревочки не виться. Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие. Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута. Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять. Я помогу. Хорошо. Не могу больше. Устал. Уничтожить!
уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Ебать, он меня снёт, конечно, хорошо. Типа зелёные-то прям очень злые. А, ещё один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артём! Да, сколько... Нельзя стоять, я помогу. Не могу больше. Устал. Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Бойцов теряем! Уничтожить противника! Устал. Убежал его! Да блядский случай. Как на хардкоре с ними тяжело перестреливаться, как они больно бьют. Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие. Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута. Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять. Я помогу. Не могу больше. Устал. Уничтожить! Выполнять приказ! Так, где ты, блядь? Я помогу видеть. Да, блядь, как так-то, а? А, еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да, сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы! Относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута. Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять. Я помогу. Не могу больше. Устал. Нормально. Уничтожить! Выполнять приказ! Да, прицел бы мне, конечно, получше я надо могу бы. Я могу видеть. Ура! Вперед! Ага. Да блядь!
Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да, сколько веревочки не лежат! Ну что ж, раз так, отставить, бр... Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше. Устал. Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Нет. Надо ура! Вперед! Блять, какой хардкорный бой, а? Он вот хорошо... Ах ты, блять. А ведь у тебя был шанс. Оставался бы у нас на красной линии. Где? Стрелять не разучился. Ну ладно, сбежал ты тогда. Так хоть сюда бы не лез. Ну думать же. Да блять. Еще один. Давай за эту сторону. Аптечка, вот у него есть. Еще один. Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да, сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы! Относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута! Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять! Я помогу! Да блять! Не могу больше. Устал. Вперед! Выполняй приказ! Я помогу видеть. Так, давай, где ты там? А ведь у тебя был шанс. Оставался на красной линии. Хорошо, аптечку взяем. Давайте, где вы там? Так, хорошо, вот он. Не захотел по-хорошему! Не захотел с нами! Значит, сдохнешь тут! Ебать, он шустрый. Вот ты, Артём, прощай! Бойцы, заканчивайте с ним! В атаку! Отомстим за товарищей! Хорошо, где вы там в атаку идете?
Так, ебать. А, аптечка. Товарищи! Тебе крышка, гад! Явился, значит? Не трус, это точно. Давай, Рейнджер, режь, убивай, как мы привыкли. Или струсим. Что, Артём, затряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь. Ебать, он шотнул, хорошо. Что, Артём, затряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь. Да иди ж ты нахуй. Что, Артём, затряслись поджилки? Тебе не мутантов жечь. Силён оказался! Силён! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Давай, Артём! Поднимайся сюда! Гоняться за... Молодец ты! Молодец! Ну, давай! Закончи, что начал! Стука! Что, Артём, затряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь! Силён оказался! Силён! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Давай, Артём! Поднимайся сюда! Гоняться за тобой я уже не могу! Молодец ты! Молодец! Ну, давай! Закончи, что надо! Ага, он немножко не в том месте. Да иди ты лесом. Хорошо, давай. Раз, два, три. Блять, какой нож? Блять, больно. Сука, как-то сложно делать на хардкоре, однако. Да блять. Что, Артём, затряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь. Как? Силён оказался! Силён! А зачем я боевые зажёг? Тогда поднимайся! Зажёг боевые, да. И где он? Ты еще не кончился этот босс-файт? Что, ножом? Молодец, без страха и упрека. Питер потерял. Это еще что? Твари тут на меня натравишь? Герой! Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Угу. Осталось лишь взять D6
чтобы добыть достаточное его количество и сможем очистить все метро. А, этот вирус был в D6, ебать. У нас всего один это... шанс сделать все красиво и четко. Это все объясняет. Но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Так, что происходит? Лапки. Артём! Ну что же ты, Артём? Решай. Уйти? Помочь? Решай. Здесь нельзя долго. Давайте поможем ему. Артём! Не бросай меня так! Лучше... Мы отдаем ему наш фильтр. Он выживет. Вот оно какое прощение. Спасибо. Я запомню. Да, такое вот прощение. Тут что-то странное. Погоди. О, это мы продолжим, конечно, чуть позже.